За криптовалюту можно купить все. По статистическим данным, в мире 12 тысяч мест и организаций принимают к оплате биткоин. В Японии, США, Австралии, Швейцарии, Германии и России цифровые деньги используют в качестве платежного средства для развлечения и не заменяют на традиционные деньги. Во многом это происходит из-за высокой волатильности монет и недостаточного регулирования. Правительства крупных стран уже обсуждают правовую базу регулирования отрасли, чтобы сделать ее более прозрачной и безопасной для инвесторов. А это значит, что криптовалюты имеют перспективы для дальнейшего развития.